Ну что, ролик называется «Никогда не говори никогда». Так, ладно, секундочку. Так, вроде бы все нормально. Ребят, всем привет. Меня здесь не было уже, ну, по-хорошему 2 года. Там 7 месяцев назад вышел ролик о том, что роликов не будет. И вот я снова здесь. Короче, у меня появилась потрясающая, просто какая-то гениальнейшая, охренительная идея. И мне ее срочно нужно обсудить с вами, но не здесь, а в закрытом формате. Я очень хочу пригласить всех, кто любил «Счастливую хозяйку», кто смотрел мои ролики, кто вдохновлялся, кто мотивировался, кто сейчас очень грустит, потому что старые ролики закрыты, кстати, возможно, я их открою в ближайшее время. Короче, все, кому интересна была тема домоводства, уборки, планирования, организации своей жизни, я вас всех приглашаю в закрытый телеграм-канал, где с вами с первыми поделюсь своей просто гениальнейшей идеей. Для тех, кто сейчас пытается закатить глаза, никаких продаж не будет, продавать точно ничего вам не буду, просто действительно поделюсь своей идеей. Просто хочется поделиться этой идеей в каком-то узком кругу людей, которым действительно нравилась прошлая тема. Потому что моя идея связана с прошлой темой, и как раз вот мне вы очень нужны для того, чтобы вы могли дать какую-то обратную связь. Ну, потому что в моей голове идея может звучать гениально, но всегда все нужно тестировать на рынке. Так вот, для всех, кто перейдет по ссылочке в описании, подпишется на телеграм-канал в четверг, по-моему, в четверг в 2 часа дня, 14:00 по Москве, я проведу закрытый зум, где мы с вами будем очень много разговаривать и про старую тему, про счастливую хозяйку, почему я ушла, какие дальнейшие планы, и, конечно же, я озвучу вам свою гениальную, не побоюсь этого слова, идею, и очень надеюсь, что вы меня поддержите. Короче, я сегодня на такой огромной волне вдохновения, мне очень захотелось снять этот ролик, потому что я уверена, что большинству из вас эта идея точно понравится. Мне просто хочется, чтобы вот те, кто действительно прям очень сильно любил этот канал, ему откликались эти темы, чтобы мы с вами собрались в таком узком кругу и прям по душам поговорили. Вот сможете, кстати, задать мне вот в прямом эфире вопросы. Вот я надеюсь, что будет интересно. Еще раз повторю, никаких продаж там не будет, вообще ничего там вам не буду продавать. Просто хочу с вами поболтать, вспомнить прошлые времена и рассказать то, что я задумала. Переходим по ссылочке в описании, добавляемся в мой закрытый канал Telegram и ждем ссылочку на Zoom, который состоится в четверг в 14:00 по Москве. Всем спасибо за внимание. Я очень скучала.